концертный зал. Полную версию без цензуры смотри на нашем YouTube-канале и слушай на всех подкаст-площадках. Всем привет! Привет! На связи команда Лека. Меня зовут Вадос. Меня Леха. Что рассказать о себе? Мы музыканты из города Красноярска. Из Сибири. Из Сибири, да. Занимаемся музыкой уже на протяжении 10 лет, но именно профессионально двигаться начали буквально вот год назад. Полтора. Ну, даже где-то, возможно, и полтора, да. Мы уже сбились с этого счета, потому что на самом деле у нас за это время вышло очень много всяких синглов и эпишек. Получается, насчитывается где-то более, наверное, 20 песен. Из них, знаете, в чем проблема? Из них выпущено всего несколько. Потому что дотягивают до качественного результата только несколько. Но это как бы наш опыт, и поэтому мы растем с каждым днем. Всем привет, меня зовут Никита, псевдоним 20N, мне 19 лет. Занимаюсь музыкой именно выпуском песен года два, наверное, а начал заниматься музыкой с 10 лет, когда научился играть на гитаре. Я самоучка, получается, и с того момента все началось. Я из Тамбовской области, поселок Первомайский, музыке 9 лет. Наш музыкальный жанр, он очень многогранен на самом деле, но сейчас вот мы, когда последнее время вдохновились электронной музыкой, вот европейской, нам больше стало нравиться именно писать такую электронную попсу, но как-то мы привносим в нотки, наверное, Востока сюда, и плюс ко всему мы еще очень любим треки делить напополам, то есть называется, мы еще трап-стиль сюда привносим, то есть для российской индустрии как бы это немножечко новинка, как бы, ну, в любом случае народу вроде как бы заходит, и она скачает в первую очередь, поэтому нам нравится. Жанр поп, поп-жанр как сейчас популярен он. Ой, господа, с современной музыкой вообще происходит полный рамс, вообще полные проблемы, потому что на самом деле, ой, я не знаю, просто за последние два года, когда мы именно начали вот именно уже конкретно заниматься, то есть изучать рынок, это было очень сложно, потому что невозможно было понять вообще, что нравится народу, то ли кальянный рэп, то ли им нравятся какие-то там американские жесткие басы. То ли попса просто. То ли просто попсятина, да, какая-то. Но по факту, короче, мы решили делать нечто среднее. Просто суть в том, что когда пройдет буквально лет, наверное, 5, именно вся музыкальная индустрия, именно вот России в целом, она поменяется абсолютно вообще в другую сторону. Поэтому мне кажется, что сейчас музыканты должны стремиться к тому, чтобы быть уникальнее все же, потому что новых имен, так же, как и мы, появляется очень много, и поэтому нужно брать свою уникальность хоть какой-то. И очень много копирования. Да, очень много копирования. Но даже... если ты сказал плохая музыка, но есть же и хорошая. Очень плохая музыка. Да нет, как бы, есть очень много хорошей музыки на самом деле, но это, опять же, отношение ведет к тому, что не начинающие артисты, они как раз вот ведут к тому, что каждый из них, пока вот он влился уже в рынок, он типа такой, я вот теперь могу типа показывать свое, да, то есть у меня есть свое видение на музыку, и это очень прекрасно. Как бы это создает его образ, а если бы он продолжал делать, например, дальше тот же самый кальянный рэп, то да, с этим бы была проблема очень большая. Хотя я отношусь к кальянному рэпу очень хорошо, он даже отчасти симпатизирует, просто я уже немножечко устал от этого стиля, поэтому мы хотим что-то другое, так что... Так что не серчайте, если кого-то обидел. А слушаем мы, ну, в основном зарубежную музыку. Транс какой-нибудь. Чилл-аут. Психопаты вообще. Не, да, это... Не, ну а какие, кто из исполнителей ты вот недавно называл? Ну, мне очень нравятся два диджея немецких, Кьяо и Альберт. Да, это вот. Очень классная Они всегда там популярные, музыка. Даже в Москву приезжали однажды, или даже дважды. Классно. Вот. В общем, как-то так. В современной музыке я в месяц, наверное, два трека добавляю к себе в плейлист, потому что, ну, ничего нового, такого хорошего не выходит, к сожалению. Сложно с этим сейчас. Я слушаю зарубежных Трэвиса Скотта. Фогель. Юмэ. Джанага. Реально. А лучшие, куда показать? Просто потому что сам я слышал. В жизни я... И лично я могу за себя сказать, что я матерюсь очень до хи**, как бы. И поэтому у меня как бы это вообще мои обычные будневые будни. Поэтому как бы в песнях я
люблю пожестче, как бы, и люблю этот мат, как бы, вообще люблю в песнях. Но чаще всего, когда мы потом презентуем одну из песен, какую-нибудь последующую, то есть мы всегда его исключаем, потому что, ну, все же, как бы, типа, мы отчасти какие-то дураки-моралисты, наверное, то лучше, есть... Лучше все-таки избегать матов. Да, потому что, как бы, радио проблема, проблема еще где-нибудь, проблема мамы, папы, там, все проблемы, то есть мы пытаемся учитывать все идеалы, какие у нас присутствуют. Но, опять же, для себя, как бы, у нас есть треки, где мы так откровенненько материмся, да. Такие треки даже один есть у нас в сети, как бы. Называется Crazy Lover. Если послушаете, попутаете вообще. Так вот как-то так вообще. Ну, от этого не зависит, мне кажется. Никак. Мне кажется, зависит от вайба, но если как бы мат сделан грамотно, и он в вайб вообще вхож, как бы, то тогда да, тогда вообще заходит. А так бывает просто, когда, например, тебе там, не знаю, 15, и ты только начинаешь, как бы, тем более, может быть, ты там, не знаю, начал вообще там с ТикТока, как бы, и ты такой, типа, решил все перевалить на мат, то, как бы, ну, к сожалению, это будет огромная проблема буквально через неделю-две. То есть, потому что все равно, какой бы у нас, какие бы у нас не были школьники, какие у нас бы там не были взрослые люди, то есть, в любом случае, люди не приемлят, когда на большой аудитории как бы такое происходит. Поэтому это нужно собирать именно свою банду и где-то в клубе там, да, бомбить как бы, а так именно где-то вот выйти на площади, где-то здрасте, можно зачитаю как бы. Просто да, в какой-то музыке мат уместен, какой-то нет, вот и все. Ну да, это очевидно даже в большей степени, поэтому как-то так. Я раньше употреблял мат в песнях, но редко вот реально. У меня где-то 2-3 песни есть с матом, и то одно слово, а сейчас категорически не использую. А в жизни я использую, конечно же, мат. Слово ярко описывает, допустим, состояние. Вот, допустим, хорошо же не скажешь, просто хорошо. Можно сказать по-другому. Это просто описывает полностью твое чувство. Мы даже просто сейчас даже мы пытаемся как бы так, чтобы чуть-чуть, зачем материться, не надо, все нормально. Ну, как бы мы только выйдем, и так это все обсудим дурно, поэтому все нормально. Так что вы нас потом лучше снимайте. Лейблы музыкальные, да, вообще на рынке очень сильно нужны, и буквально еще, наверное, 10 лет назад, когда вот все это было становление, вот эта вот музыка переходила там из андеграунда, переходила в типа в тропчину, короче, и прочие-прочие стили, да, начали развиваться, как бы в то время еще, возможно, сами ребята и вылетали посредством там, не знаю, также, когда вот соцсети начали развиваться, то есть тогда еще было это уместно, тогда еще была вот как раз та самая уникальность, как бы. А сейчас уже лейбл делает в первую очередь вот именно у тебя есть материал, даже если очень крутой материал, то как бы лейбл, ну, очень сильно помогает тебе в его, чтобы его толкнуть, иначе как бы без этого будет очень большая проблема, так как о тебе просто никто не услышит. Как особенно этот... начинающим исполнителям. Особенно начинающим исполнителям, да, с этим вообще супер большая проблема. Как есть эта цитата тут, где-то тут спалил цитату тут, типа, что этот, без рекламы, говорит, произойдет самое страшное, не ничего произойдет не произойдет. Ничего. Я так говорил, по-моему. Нет, я просто ее увидел где-то, черт его знает, а муж ты говорил, без понятия. Ну, короче, я запомнил, это важная деталь. Это нам рекламщики писали. Это нам рекламщики писали. Они нам ночами просто пишут, поэтому все нормально. У нас просто, когда у нас там... А, нет, у нас ночь получается, а тут день. А у нас ночь уже. То есть мы там 4 часа разницы, ну, поняли, да? Поэтому как-то так. Ну, вот так. Но на начальном этапе по-любому нужно вложения большие желательно. Вот. А когда ты самостоятельно двигаешься, у тебя не, ну, нету таких средств больших вложить в свое творчество. Вот. А если материал хороший, то нужно вкладывать. Без вложений ничего не будет вообще. Да это супер жесткая конкуренция, потому что какая даже друзья не помогут, которые ну, распространяют, попытаюсь. Просто я как бы этот путь прошел, когда сам пытался вложить там, ну, не огромные суммы. Друзьям постоянно рассылал ВКонтакте, я, наверное, их замутил с этим. Вот. А потом все нормально стало. Родители очень поддерживают занятия музыкой, никак не препятствуют. И, ну, мне кажется, они очень рады. За ой, то, что... как все неоднозначно. Ну, да. У меня семейка моя, любимая семья. Папа у меня подполковник полиции, а мама у меня врач, заведующий больницей. И поэтому это две самые такие профессии, которые к музыкальной составляющей никакой задницей вообще не повернуты. Поэтому, точнее, задницей повернуты. Поэтому, исходя из всего этого, как бы меня всегда... Я когда еще и учился в школе, мне это все нравилось. И когда я пошел в институт, мне все это нравилось, как бы. А потом просто настал момент, когда я захотел этим заниматься, намного больше времени уделять этому, то получилось так, что у меня просто отец говорит,
ты что гонишь, ты что дурак, ты иди работай руками, я не знаю, я не вижу, говорит, вообще, потуги, говорит, какие, типа. Потому что я еще о Москве займись начал... Займись делом. Займись ты делом, да, вообще, чем-нибудь займись ты, господи. Как бы. И когда еще те самые 4 года назад, когда я еще веровал, что я поеду уже в Москву, что у меня уже будут шансы на успех, короче, просто тогда я говорю, это прям жесткий фейспалм моего бати, типа, господи, говорит, вообще просто, ты хорошо, что ты переехал, от нас живешь один, как бы, я это не слышу каждый день. На самом деле это все классно, как бы у меня родители просто понимают, что как бы, ну, чем-то таким мы занимаемся, каким-то для них абстрактным, понятно, как бы. Тем более, что музыкального образования нет, как бы. Ну, как бы мы учились сами играть там на гитаре, на фано, писать музло, там все это как бы сами учились. Мы теряли сведению очень учились много времени. Сами. Сведению просто учились там буквально там 5-10 лет, как бы, все на своем опыте. Поэтому это очень неоднозначно 12. Вообще. Короче, да не знаю, но по факту. Я так хочу сказать. Я в первую очередь хочу доказать нам, себе, как бы, а потом уже, пускай есть такое просто понимание, что никому не интересно, как ты это добиваешься, всем важен результат, короче. И как бы, когда этот результат будет, я скажу, я вам говорил, как бы. Ну, если он будет, конечно. Но я верю, что будет. Мои родители, у них есть бизнес, магазин, там, на рынке какие-то точки. Я работал тоже у них, кстати, на рынке помогал, чтобы заработать деньги на аппаратуру, которую, ну, мне ее не покупали сами родители, поэтому я копил, а Вера, ну, верили, конечно же, и верят. Я раньше каверы снимал, поэтому они с 10 лет уже привыкли, что я постоянно с гитарой играю, и все. У меня просто ситуация такая, короче, мы, когда я был еще маленький, буквально там... Какую ты в детстве музыку слушал? Нет, просто, ну вот, суть в том, что когда был маленький, мне все время отец приносил кассеты и врубал, короче, хиты европейские. И у меня самое первое, то, что I'm blue, да-буди-да-буда, это FL65, короче, да, это... Ну, ничего, что я не гей, как бы, это нормально. Вот. И, короче, по факту, как бы, вырос, наверное, вообще на полностью на электронной европейской музыке. То есть, причем, уже тогда, когда существовал автотюн, когда еще были кассеты, но уже существовал где-то там в Америке, наверное, автотюн. В России-то это было вообще просто полная задница с этим, как бы. Вот. Это мне сильно нравилось, да. А еще там... Ну, а потом уже... Я уже даже их и не вспомню. Ну, короче, то, что играло по радио, оно было самое примечательное, потому что все-таки радиостанция умеет как бы отбирать музыку, как никто другой в любом случае. Так что как-то так. Ну, в каком-то глубоком детстве я слушал хай-фай группу. Мне очень нравился. Как, очень нравилось, как Митя Фомин поет. Вот, потом попозже слушал рэп Стима. Ну, вот это... Стим там... СД, всякие вот эти вот рэперы. Потом начал слушать Рамштайн. Но я его недолго слушал. Потом вот, ну, более легкую музыку начал слушать. Попсу, клубную музыку, транс, чилаут. На меня прям забористый электрохаус прям бомбил вообще в свое время. Ай, да. Ну, я все детство играл на гитаре и пел только, ну, каверы играл, и дворовые в основном песни были раньше именно под гитару, и я только их слушал и пел. А так из исполнителей, ну, в то время уже, во сколько, в 2013, по-моему, появился Макс Корж, и на него каверы и делал, в принципе. На YouTube вообще полная жесть у меня творится, особенно в предложке, это просто... Я последнее время начал вообще интересоваться тем, что есть сейчас блогеры появились, которые типа выводят всяких людей, которые разводят людей, короче, с помощью интернета там или других каких-то там возможностей, да, у нас телекоммуникации. Поэтому я смотрю просто, как эти блогеры делают так, чтобы выводить их на чистую воду, короче, и прям очень сильно жестят, в общем, над ними. Мне это нравится, не знаю. Мне нравится просто то, что очень много, как бы, хочется, точнее, чтобы очень много было правды в мире, а ее, как обычно, всегда мало. Ну, а так, в принципе, на YouTube, ну, не знаю, больше ничего не смотрю. Много чего, на самом деле, смотрится, там, по музыке смотрим очень много, то есть, именно там, в формате звукосведения, там, или какие-нибудь сравнивания. А, у нас еще такая тупая фишка есть, мы заходим, бываем, на YouTube, короче, и такие, что, как трек качает наш? Так, послушаем, а как этот, ну, этот нормально качает тоже. Типа, ну, других исполнителей, короче. Ну, я смотрю в основном на YouTube обучающие видео. Просто так, ну... Не смотрю. Сведению обучался по ютубу, можно сказать. Просто так в потолок смотрю.
Вот. По образованию архитектор, поэтому вот, ну, 3D-визуализации обучался тоже через YouTube. Поэтому, а так просто не смотрю, телек не смотрю вообще. Телек вообще никому не советую смотреть вообще даже в принципе. Уже лет 10, наверное, не включал телевизор. В радио слушаю иногда, на такой маленькой Алисе. Ну да, она мало говорит и много работает. Телевизор у меня даже не включаю, он стоит, я не включаю. На Ютубе я смотрю развлекательный контент, который, ну, не нагружает тебя, и просто смотришь. Можно пропиарить шоу даже, да? Нет. Что было дальше? Офигенно. Самая хорошо интегрированная сеть, наша местная, естественно, это ВК, и то, как бы она сейчас в последнее время сдает оборот, на мой взгляд, потому что становится уже больше плеером, чем нежели просто как-то там, ну, потребляется контент. То есть я все равно туда захожу, все равно там все смотрю, потому что в любом случае мы там общаемся и с подписчиками, то есть и там, там же выходит наша музыка, там же идет рекламация, как бы в большей степени. Вот. Ну а вообще самая действенная, на наш взгляд, площадка, на которой мы тоже, естественно, есть, это Инстаграм, как бы. То есть, ну, сейчас она, естественно, развивается. Она уже, точнее, развита очень плотно, как бы, а в России она, скорее всего, еще все же не дошла до своего пика, потому что чего у нас там нету? Музыку нельзя прикрепить, да? Вот, ты просто... Ты... А где там твою музыку нельзя, короче, прикрепить. А да, в другой стране заходишь, где там... Просто можешь даже в Азербайджане находиться и прикрепить музыку, а в России ты не можешь прикрепить музыку. Ты можешь в любой стране прикрепить музыку, а там ты не можешь прикрепить музыку. Просто кидалово, короче. Все, Инстаграм, крест. А, ну да, естественно, в ТикТоке есть. В ТикТоке мы тут пытались снимать туда вайны, короче. Почему скажу именно пытались? Потому что у нас пока что это херовато получается. Но как бы в любом случае мы не стесняемся, как бы делаем все это. Для нас это определенно новый сегмент. Но как бы в ТикТоке прикольно. В ТикТоке просто мы считаем, что все, что появляется в ТикТоке, оно как минимум имеет свойство только сегодня быть популярным, а завтра уже это никому нахрен не нужно. Или даже уже следующим вечером. Поэтому как бы... Поэтому как-то так. Что мы где еще есть? Где мы еще? Ну, я больше всего ВК пользуюсь. На Ютубе мы есть, короче. Мы сейчас начали такую хрень делать. У нас есть, короче, треки, которые мы еще не выпустили. То есть, и мы эксклюзивно для Ютуба, бывает, их публикуем. То есть, под всякие там прикольные видосы, под тачки, короче. То есть, нам нравится такая тема. Вот, и народ... Мы их везде публикуем. Ну, мы их везде ВКонтакте, публикуем. В Инстаграме. Ну, на Ютубе, типа, больше профит, короче, от этого всего. Типа, по идее, должен получаться, но как бы там никакие предложки ты не попадаешь, поэтому пока что с этим туговато, как бы. Но в любом случае, это имеет просмотр. В телефоне я сижу, короче, часов 8, а в компьютере я только занимаюсь делами, и в телефоне я сижу ВКонтакте, общаюсь, в Инстаграме просто смотрю истории особо, я намного никого не подписан. В ТикТоке я раньше сидел, снимал, но тогда надо постоянно снимать просто каждый день, чтобы ты не выбился из этой клеи, которая тебе кидает рекомендации. Если ты не будешь снимать, допустим, вот как сейчас, я неделю не снимал, ты много просмотров уже не наберешь, надо просто ежедневно вот. Тиктокеры, они занимаются своим делом. Они в ТикТоке. Но я же музыку пишу, я же не могу так вот каждый день что-то снимать. У них там идеи, они там, допустим... Но в ТикТок-хаус они там каждый день друг друга подбадривают, у них там свежие идеи какие-то в голову лезут, и они знают, что снимать, потому что они свои клеи. И в музыку, конечно, хиты. Хиты делают в музыке. ТикТок-хаус вообще это прикольная тема, потому что, ну, в любом случае это дает молодежи хоть как-то развиваться, показывать свои потенциалы, там, не знаю, пускай даже в, как это, в видеомонтаже, короче, ну и не только, как бы, многие сейчас из тиктокеров начали также петь, как бы, это тоже большой плюс, но это все не уникально. То есть уникально может быть видео, но не уникально аудио. Поэтому, как бы, если появляется очень много контента видео, прикольно под одну песню, типа на этом можно собрать там целые челленджи, типа вот они должны здесь, мне кажется, больше профилировать. А музыку, я считаю, что песни, например, пускай дают артисты в первую очередь, как бы. А сами тиктокеры, просто они очень хорошие актеры, и пускай они этим занимаются в первую очередь. Я думаю, сейчас это только открывается для России, поэтому, очень долго просуществует. Вообще, TikTok — это же у нас китайская компания, в первую очередь, и там, в связи там, с американскими всякими там проблемами, Америка решила вообще прикрыть, короче, TikTok в Америке, они там хотят потерять очень, там, очень много миллиардов, короче, Трамп, так что отчасти красавчик, как бы. Вот, но дело в том, что этого не произойдет, потому что это все же... Я не понимаю, на чем, но это очень большие заработки, я считаю. Ну и, как минимум, это очень большие стримы, поэтому... Это в России только сейчас начало, и сейчас это будет продолжаться, ну, по крайней мере, еще 5 лет. За 5 лет можно выхватить столько вообще всякого классного материала для себя вообще и опыта. И так не классного. И не классного вообще, в первую очередь, да. Как например, наши, например, ТикТоки вообще не классный материал. Ну, я думаю,
пару лет ближайшие точно они будут держаться. Просто TikTok сейчас немножко постоянно, ну как немножко, постоянно, короче, меняет алгоритмы, и просмотры сейчас у всех, даже у тиктокеров, урезались. Кто знает, что будет дальше, как они еще раз поменяют, что кто-то, может, уйдет вообще. Они же переводят аудиторию в Инстаграм потихонечку, чтобы монетизировать свои доходы. Ну, это я говорю, непонятно, чем заработать. Смотря некоторых тиктокеров, не буду называть кого, как бы, я некоторые, типа, там спрашивают их, там, например, им там пишут в комментах, типа, а что ты, типа, сколько тебе лет, типа, что ты вообще, типа, ну, ты, что, в институт там учишься или где-то там в школе, типа, нет, я приехал... Я тиктокер. Я приехал с другого города, типа, я тиктокер, короче, и я вот, типа, сейчас хочу вот на этом зарабатывать, как бы, типа, все это классно. В любом случае, любой адекватный родитель в первую очередь скажет, типа, иди учись, как бы, дурак. Поэтому, ну, просто как бы... учиться нужно обязательно, потому что это... В первую очередь развитие мозга, интеллекта. А недоразвитость — это плохо, да. Не знаю, ну а с высшим образованием и вообще с образованием, ну вот у меня, например, высшее образование, у меня называется специальность менеджмент высоких технологий, я вообще должен был заниматься ракетостроением, короче, вот. У меня Сибирский государственный аэрокосмический университет, типа, вот. Так что Леха уже сказал, что... Ну, я уже сказал, что я по образованию архитектор. Потом после университета 3 года работал 3D-визуализатором, и все, потом уволился. Занялись музыкой. Здесь как это, типа... Типа, если ты хочешь попасть, типа, в мой видос, типа, скажи, пожалуйста, что, типа, я работал 3 года, короче, типа, хоть 3D-визуализатором, типа. Но меня все достало, блядь, и я хоть захотел стать музыкантом, короче. Это у нас было такое одно предложение, короче, к нам. Но мы, естественно, отказались, потому что все это неправда. Я закончил 11 классов, поступил самостоятельно на бюджет в институт МВД. Проучился там благополучно 30 дней и отчислился, потому что в творчестве, ну, это мешает, когда ты шагаешь ежедневно, некогда о песнях думать, вообще не о чем думать. Вся голова забита другим вообще. Ну, не хочу пропагандировать то, что не нужно учиться, но мне это не нужно. У всех должна быть своя голова на плечах, поэтому я не могу за других решать. За себя я решил. Я не буду учиться. Зачем учиться? У меня другая деятельность. Я самообразовался. За политикой не следим. Почему-то так не следим, что я готов сказать, что что-то о ней. Короче, это... Все, что происходит, отчасти не совсем нравится. Не знаю, стало ли хуже или лучше, но в любом случае, как бабушки были бедными, как... Происходило все это бесчинство на улицах, как бы, типа, где-то в каких-то маленьких городах там и прочее-прочее, как бы. Все, конечно, зависит от людей, а не от государства в первую очередь. Но, как бы, не знаю, политика — это вообще, как бы, не наша. 100% из нас троих тут вообще никто не сечет. Никто не политик. Поэтому как-то так, поэтому... Ну, я на выборы ходил. Ты ходил на выборы? Пару раз, не. Твою мать, я думал на последние. Я думал на последние выборы. Ну, на последние ходил. А кто вот ходил на последние выборы? Я не ходил на последние выборы. Потому что все... И все за нас и поставили. Все нормально. Все актуальненько. Как я и везде. На выборы не ходил, потому что я живу сейчас в Москве. Прописано. Пока что еще не оформил прописку здесь, в Москве. Потому что не так долго живу. Вот. Ну, не голосовал. Потому что зачем? А про политику, то, что я новости себе смотрю, которые актуальны сейчас, не прям по телевизору, а, ну, ленту листаю, там, все, что в стране происходит, я в курсе, и, ну, можно сказать, что я слежу за политикой или нет? Я вообще крещеный. И вообще, как я бы, мои родители, как бы, типа, верят, как бы, в Бога, во всю меня эту тему. Меня мама тоже верующая. Но факт остается фактом. Буквально несколько лет назад, когда я впервые еще со своим старым знакомым мы организовали рок-группу, и мы решили, что нам Бог никак не помогает, и вообще Бог — это как бы, ну, каждый есть сам человек, это и есть Бог, как бы. Поэтому, как бы, мы в первую очередь стали тогда на время атеистами, а потом стали язычниками. А потом я просто сейчас просто отрекся от всего, короче, я просто... Я обычный человек. Я не робот. И все. Как бы, поэтому у меня никаких верований сейчас нет. Я верю в первую очередь в себя, как бы, в свою семью. И то, что вижу вокруг, типа, эмпирический взгляд, как бы, типа, это самый такой адекватный взгляд. Поэтому, ну, типа, все, что вижу, то мое, как говорится. А то, что там кто-то что-то предполагает, как бы, не надо. Нужно в первую очередь очень много работать для того, чтобы очень много кушать. Поэтому как-то так. Вот и весь вывод.
Ну, я не сказать, что верю в Бога, что это такое Бог. Это, ну, не знаю, есть какая-то, может быть, энергия, которая объединяет энергия, всех людей, наверное, да. На всем земном шаре. В энергию, в некоторую, некую космическую я, может быть, верю. Вот, может, это и называют Богом. Когда самолет будет падать, все будут верить в Бога, поэтому... Я не знаю, есть, бывает ситуация, когда прям молишься, не знаю, что... Просто чтобы что-то случилось, короче, на какую-то ситуацию определенную. Поэтому, если так прыгать, типа раз на раз, ты веришь, не веришь, я не знаю, я больше склоняюсь, что верю, чем не верю. Сила-то придает определенно, да, не поспоришь, как бы. Ну, все, как говорится, да, каждому свой взгляд. Поэтому, да, как-то так. Девушка есть, уже 4-й год пошел. Живем вместе, живем хорошо или плохо, непонятно. Обычной жизнью, в общем. Но мне очень сильно не нравится один момент. Ни одна женщина, если сильно влюблена, не умеет ждать. Тебя ждать. Ждать твоих потуг, возможностей, как бы. Готова, как бы, ждать, но ждет все время тебя так подпинывая, подталкивая. Либо ты домой, либо ты на работу, как бы, непонятно. То есть, ну, в любом случае, все у нас на взаимопонимании, как бы, просто... По факту, просто музыка — это очень такое, я говорю еще раз, это очень абстрактное понятие, как бы, но этому мы посвящаем сейчас все свое время, поэтому, как бы, ну... Сейчас просто достаточно дождаться результата, я думаю, мнение поменяется. Так что вот я хочу заметить, что никто практически вокруг, кроме моей бабушки, не верит в то, что я могу чего-то достичь именно в музыкальном формате. Дальше как так. У меня есть девушка, мы уже 8 лет вместе. Мы до сих пор очень любим друг друга и, думаю, всегда будем любить. Классная история. Очень. Я немногословен. Ну, правильно, зачем? У меня сердечки пока что никого нет. Девочки, бежите. Про отношения, не знаю, что мне нужно готовить, я сам умею... Может, мне точно было сказать, что у меня никого нет, а? Хорошая, добрая, и чтобы шутки понимала. Просто своим делом, чтобы желательно занималась. И все. Про бьюти-тюнинг это... Такое, как бы, на самом деле, никто, наверное, из нас троих это не особо приемлет. Если можно какие-то черты лица для себя там украсить, если это будет в рамках, в нормах, как бы, потому что бывает, как в этом, как в Need for Speed, короче, берешь там супер бампер или супер занизил, короче, машину, и такой думаешь, еб твою мать, я как поеду на ней, короче. Вот примерно то же самое, короче. Так что... Я не очень к этому отношусь. Настоящая красота. Настоящая красота есть красота, как бы, в первую очередь. Больше к настоящей красоте. И ты должен любить, как бы, человека не просто зачитывать, как бы просто имеется в виду, да, за то, что он как бы есть, ну и как бы за... В первую просто... очередь... Это душа. Душа. Пиздёж. Нет. Так что все вместе должно устраивать, короче. Там просто, да, там просто ты когда типа только встретил девочку, как бы, и с ней проводишь время, как бы, первые дни, естественно, тебе как бы, какая бы она красивая ни была, если вы с ней как бы не сходитесь именно в формате характеров там и душевных каких-то составляющих, у вас ни хрена не получится, как бы. Поэтому здесь все важно абсолютно. Даже бывают те моменты, забиваешь, как бы, чем хороша влюбленность и любовь, то, что ты на очень многие моменты закрываешь. А потом только, когда уже начинаешь жить вместе, думаешь, ёб твою мать-то, ну ладно, выбрал так хорошо, потому что свой выбор надо уважать. Ну так. Иначе ты не уважаешь себя, как бы. Я соглашусь с ребятами, потому что, ну, какие-нибудь естественные параметры можно подправить, допустим, ну, слегка, ну, не сильно. Бывает, кто-то перебарщивает жестко, вот. А так, в принципе, легкий какой-то можно бьюти-тюнинг, да? Тюнинг. Вообще денег хочу безгранично, как бы, потому что я не хочу, как бы, ни в чем особо отказывать, но я хочу сказать так, что воспитали меня так, что, как бы, в урода я уже, думаю, не превращусь. Не знаю, насколько это сказано, как бы, но мне кажется, если человек изначально... Типа, много денег не испортит? Типа, много денег не испортит, да. Меня тоже. Ну, как бы, в любом случае, просто невозможно ограничиться чем-то определенным, как бы, сегодня тебе захотелось, там, не знаю, бэху, завтра тебе захотелось хату, на следующий день тебе захотелось просто джет, короче, черный, типа самик, короче, и ты такой, давай накопим 370 миллионов, пожалуйста. Поэтому, как бы, а в те моменты, когда не было денег, это было очень жестко, я вообще...
Не знаю, я устроился, у нас вот есть супермаркет в городе, как бы там, вот, и я устроился туда охранником в свое время, и это была просто супер жесткая работа, если ребята какие-то будут там с работы смотреть, как бы они все со мной вот так, да, гривовины скажут, да, это просто жопа вообще, как бы. Особенно это наподобие армейки, как бы, и плюс ко всему это 12-часовые смены по 4 дня в неделю, стоя на ногах, как бы, когда тебе нужно еще плюс ко всему обрабатывать каждого клиента, то есть быть абсолютно всегда вменяемым, даже если ты отвлекся, очень большие штрафы, и зарабатываешь ты всего, вот именно про город Красноярск, если зарабатываешь ты всего в день 700 рублей. То есть, как бы, это такое, как бы, из них, как бы, тебе напахавать в столовой, тебе, типа, говорят... Ну, ты приходи, приноси как бы свое, либо покупай в этом супермаркете, а мы как бы дадим вам мазик, кетчуп, хлеб и печенье. Живите. Пожалуйста, живите, ребята. Так что как бы было жестко, и на самом деле я, ну, никогда не стремался идти на какую-то работу, на которой можно было, и грузчиком работал в свое время, то есть это нормально было. То есть в любом случае, если ты как бы не силен своим, наверное, духом, характером, или ты очень много сомневаешься в себе, чаще всего лучше чем-то не заниматься, чем заниматься. Поэтому как бы всегда мы веровали, 100% из нас, опять же, всех троих, мы тут все вот веруем настолько как бы в свои вообще вот эти возможности, что как бы нас уже не остановить, поэтому сейчас уже даже пути назад никакого нет. Ты считаешь? Когда не было денег, когда я учился в университете, ну, хотелось же деньги иметь. Вот. Точно. Родители не имели возможности особо помогать. Я начал увлекаться звукозаписью, открыл свою студию звукозаписи. И, ну, сначала дома записывал людей, занимался сведением. Ну, и по сей день как бы студия функционирует, и приносит какой-то доход. И качает наши траканы, да. Качает наши траканы. Мне бы вполне хватило 10 тысяч рублей, если бы я жил не в Москве. Жил бы у себя в поселке, мне вообще... А тут просто расходы такие достаточно больше, чем у меня в поселке. И нужно же самостоятельно платить за квартиру, кушать и все остальное. Поэтому стремлюсь, не знаю... 1500, не хотя бы. 500 вот реально нормально. Пока как, ну, как у всех в Москве, там, не знаю, средний доход. Ну, не буду называть цифры. 100 тысяч в месяц. Ну, не знаю, полляма — это нормально вообще денег, как бы, на самом деле, если за их зарабатывать. Для Москвы? Для Москвы, да. Нормально. Не, ну, в любом случае, как бы, как говорится, куда бежать еще больше, если как бы вот здесь уже граница, там, где ты должен вырасти, как бы. А если здесь как бы находиться, то, соответственно, полляма, как бы, да, я с тобой согласен, это хорошие деньги. В любом случае, как бы, запросы твои будут расти, но мы, опять же, все, как бы, думаю, все экономные отчасти, поэтому, как бы, полмиллиона мне бы тоже, как бы, хватило, на самом деле. Причем даже не на раннем этапе, а даже если бы это было, как бы, и обычными такими уже великими буднями, поэтому, как бы, ну, адекватно. Чем больше денег, тем больше охота денег, поэтому тут сложно сказать. Проблема человечества. Все проблемы из-за денег. Возрастает заработок, возрастает потребность тратить много. Ну сколько, нужно. сколько? Да много. Сколько тебе надо? Ну сколько? Ну больше, цифру назови. Тебе. Больше, чем да. Мне? Не, ну я хотя бы в рамках там приличия, знаешь. Да я без рамок просто. А, без рамок. Типа без канонов, короче. Так что можно у него, короче, этот восьмерка такая боком. Да-да-да. Знаешь. Дружба есть. До сих пор вообще никуда. Будет всегда. 100%. Взаимовыгода, как бы... Вообще, я считаю, что из психологии любого человека, как бы, и вообще, как это все вот... Если это глубже все, в любом случае, если ты с кем-то наводишь какой-то контакт, в любом случае, ты потом, когда, например, даже говорят, что друг выручит, все равно ты надеешься на кого-то, соответственно, ты взаимовыгоду всегда с человека ищешь. Это всегда... Это нормально, но это в рамках, опять же, вот этого приличия, то есть ты никогда не наседаешь на человека, если он не может, естественно, то есть это, как говорится, это только твои проблемы, а вообще дружба, мне кажется, это... Как правильно называли ее, как? Любовь без крыльев называется. То есть это вообще, это самое, я не знаю, мне кажется, вот именно женской дружбы не бывает, а вот пацанская дружба бывает. Прям она на самом деле самая true man. Поэтому... Вот мы друзья. Да, мы друзья, как бы. Поэтому и мы как бы... Если бы мы не были друзьями, у нас бы не получилось ничего с творчеством. 100%. Потому что каждый из нас все равно такой еще гад, как бы. Так что как бы это...
У нас просто раньше, буквально сколько, год, сколько назад мы нахер всех послали, не знаю, короче. Раньше нас было четверо, не знаю, там, пацаны там без обид, короче. Но раньше нас было четверо, и как бы просто от того, что мы очень много пытались работать над собой, как бы у нас очень много отягощали ребята, которые никак не помогали в развитии. Это причем были мои друзья все. То есть я их до сих пор уважаю, это очень хорошие люди, но как бы нам просто не по пути. И я это начал понимать для себя вот буквально 2 года назад, а мне как бы не на шутку 28 уже, поэтому как-то так. Сейчас я считаю, что вообще в натуре, вот, это как из этого, как из СССР, короче, типа, вот если у тебя есть один друг, это уже вся вселенная, короче, если два, то ты вообще просто... вообще просто... Много друзей не бывает. Да, конечно, нет, как бы. Все равно будут искать взаимовыгоду, сейчас так. С кем я дружу, это вот все люди, которые со мной постоянно, вот в команде, которые работают. С кем я живу с другом, типа, мы вдвоем. С теми, с кем я раньше дружил в поселке, я с ними не общаюсь, потому что такая там ситуация произошла, из-за которой мы не общаемся. Там есть один чувак или два человека, с которым мы общаемся, и все. В основном все отношения в дружбе, все только здесь, и мы часто видимся постоянно. Нравится то, что у нас все получается, вообще то, что нам дарована такая возможность вообще быть музыкантами и вообще петь, существовать, я не знаю, именно в формате вот музыкальном. Также нравится очень сильно, что я сам для себя решил, что у меня нет никакой привязки к месту нахождения, то есть для меня это самое важное, потому что я буквально еще, опять же, год назад очень сильно боялся вообще каких-то переездов там для меня, то есть консерватизм это было номер один, типа. Ну и третье нравится то, что я вообще, типа, двигаюсь, короче, в этой тусе. Мне это нравится. Я больше ничего мне не нравится. То есть остальное все, это вообще нас не касается, как бы мы сейчас вот именно настолько, ну или за себя скажу, отданы делу, что как бы это самое адекватное, что, наверное, вообще в моей жизни происходит на самом деле. Потому что что была учеба, что были какие-то там ранние там любовные отношения, все это как бы опыт всего лишь. Но а на самом деле этот опыт прошел, он есть, но он в свое время нравился, а потом, когда все это все заканчивалось, это не нравилось как бы. Три вещи, которые бесят. Сейчас, секундочку. Я даже не знаю. Я сейчас думаю даже вещи, которые бесят, я не могу придумать. Мне ничего не бесит. Давайте я скажу, что мне не нравится в людях. Это обман и лицемерие. Лицемерие, типа, сейчас в сфере блогерства в основном все лицемеры. Ну, есть искренние люди, реально. Вот с ними я общаюсь, искренние блогеры. Вот. А в основном все за спиной не так говорят, как в лицо. Ну, две вещи, потому что я почти не бешусь, типа, я спокойный, вот как сейчас сижу, я спокойный, и все. Меня сбесить очень реально тяжело. Если наору, это гордитесь. Я с ним согласен. Мы тоже спокойные сами по себе ребята, поэтому что-то бесявое прям такое, ну, не знаю. Но они тебе бесят. Бесит, когда горячей воды нету. Бесит. Бесит, например, это как этот, как в школе. Типа, скажите, что вас бесит, дети. Бесит, что я раньше этим всем не стал заниматься. Очень сильно бесит, что мне сейчас не 19. Клянусь, я бы не знаю, если бы с моим башкой можно было в 19. Вот, да, меня тоже это бесит. Вообще жестко. Да, и еще бесит, что, еще бесит такой момент тогда, вот если так обращаться, вот именно внутро, как бы, бесит, что, например, ты понял сейчас свою ошибку, но уже поздно. Это пиздец. Поэтому это вообще нереально бесит, как бы. Меня бесят мои соседи за стенкой. Реально бесят вообще. Они очень меня бесят, соседи, если вы меня слышите. Идите нахуй. Блин, из пожалуйста, дома. Хватит музыку ночью слушать. Слушайте со мной ведьмовно. Все, больше меня ничего не бесит. Да. Все нормально. Ну, паиньки. Но это тоже мелочи жизни. А нравится? Нравится. Нравится то, что я сейчас не встаю в 6 утра, чтобы час с лишним ехать на работу, потом сидеть 8 часов в офисе и полтора часа ехать домой, и все. Мне нравится то, что мы занимаемся музыкой, нравится то, что мы делаем. В принципе, нравится жить. Мне что-то какой позитивный лучик. Мне нравятся искренние люди, которые честны и не обманывают хотя бы. Это говорю, как будто я обиженный на что-то, как будто меня каждый раз обманывают. Нет, просто реально очень не нравится это качество человека, когда
не в подходящей ситуации обманываю, просто на мелочах, допустим, и такое. Что люблю? Люблю песни писать. Вот это нравится. Просто сидишь, наушнички вот так вот надел, закрылся от всех и сидишь, делаешь музыку. А делаю каждый день, потому что, ну, прикольно, мне нравится. Ну, это было бы странно, конечно, если бы тут все любили завод, но и станки ЧПУ. Ну, а так, да, конечно. Нравится в первую очередь то, что нравится. Ну, кому-то нравится сварки паять. Да, конечно. На самом деле, тут все очень индивидуально. Но мы собраны здесь именно из-за того, что мы музыканты. Из-за того, что нам нравится. Из-за того, что нам что-то нравится, как бы, и нравится ребятам. Так что всем все нравится. Пис! Через 10 лет, на самом деле, я, мне кажется, не вижу себя в России вообще. Я неплохо отношусь к России, просто мне здесь все время холодно и неуютно, хотя это моя родина, как бы. Я хочу туда, где потеплее, как минимум. И там, где... Не знаю, у меня душа спокойнее почему-то, когда я нахожусь... Вот реально, у меня душа спокойнее, когда я нахожусь не в России. Это вообще жестко, блин. Не знаю почему, видимо, потому что здесь все равно меня как-то тяготит. Возможно, как бы... Хотя детство у меня обычное было, но мне как-то, не знаю, настолько, мне кажется, мне настолько все приелось просто, что... Не знаю, и в музыке как бы 10 лет, как бы, если даже сейчас уже сделать какой-то грандиозный старт, то через 10 лет как бы не пришлось вообще, может быть, даже и закончить. Да ну ты что, не... Не, ну как бы на шлягеры там перейти, ну ты понял, типа. А то что я буду там... Ну хотя нет, как бы нормально в эти годы что пойдет. То есть мы, может быть, как Рамштайн там начнем там эти... Через 10 лет все будет намного лучше, чем сейчас. Это точно. Вот твои слова, если что, запишут на камеру. И потом я через 10 лет посмотрю. А через 10 лет, да, посмотришь. Когда будет обидно. Он тот дом, который мороженое хавал. Можно вообще послание через 10 лет себе сделать, что... Точно, давай. Я надеюсь, что ты, я, объездил много стран. Вот сейчас просто в связи с пандемией я просто уже хотел начать, но там эти сдавать на коронавирус, эти анализы, я не могу в нос вот эти штучки сувать, я боюсь. Поэтому, а после прилета из другой страны нужно это обязательно делать, поэтому вот только из-за этого я это не путешествую. В России ездил вот недавно в Адлер. Я думал, что да, мне нравятся летние страны, которые, чтобы там вечно тепло было, но я передумал. Я приехал туда, вот до полтора года, по-моему, нигде не был, в других странах, в тепле, короче. Вот, я думал, блин, я хочу в тепло и жить в тепле постоянно, но я приехал, мне вот реально одного бы дня хватило там побыть в тепле, и все, хорош. Просто я уже, не знаю, привык ко всему, что сейчас есть. Холодно бывает, холодно, да. Тепло вот классно. На самом деле, если будет тепло на душе, тепло везде, как бы. А это все обычные, да, мелочи жизни, как бы, типа там смена погоды и прочее. Пробки. Что... Пробки бесит, да. Не, на самом деле, меня еще не успели они сбесить. В ближайшее время, на самом деле, надо делать какой-то супер грандиозный старт. И в ближайшее время мы планируем очень много погрузиться в работу, снимать очень много контента, видеоконтента, музыкального контента, какого-то крутого. Мы сейчас, ну, параллельно, то есть, хотим и уже начинаем работу с другими артистами. То есть, это нормальное явление для нас считается. То есть, мы готовы! Следующее, все свои вот эти вот, буквально там, не знаю, ну такое, чтобы ведь тебя задолбало прям, это надо, я не знаю, года два прям так усердно долбить. Каждый конечно, день. У нас энергии, как минимум, батарейки года на два прям такой, прям зарядки такой, короче. Вот, а потом уже это там посмотрим, короче, либо перезаряжаться, либо там, я не знаю. Перезаряжаться, да. Помощнее аккумуляторы купить. Да. Ну, грандиозных планов по захвату индустрии у меня нету. Просто медленно, верно набирать такие обороты какие-то маленькими шажками. Выпускать треки, возможно, когда-нибудь альбом. Так что ждите, следите за новостями в группе, в Инстаграме, подписывайтесь. Самое главное в жизни две вещи. Это уверенность в себе и любовь. Все. Больше ничего не могу сказать, потому что все проблемы из-за денег, а если бы не было денег, были бы проблемы. Вот и все. Поэтому как бы это просто тяготы жизни, как бы. А именно уверенность в себе, в первую очередь, самое бомбезное, как бы, что есть. И если у тебя есть семья, любимые люди, как бы, это те самые, которые... Даже в случае, если ты придешь просто к ним и упадешь на колени, просто убитый горем, там, просто разрозненный, там, весь, там, через 10 лет, там, будучи бомжом, там, они тебя любим примут, как бы, это самое важное, на самом деле.
самое главное, наверное, это здоровье все-таки. Потому что если не будет здоровья, то все будет очень плохо. Тогда... Ну и любовь, конечно. Куда без нее? Любовь к здоровью. Любовь к здоровью. Самое главное в жизни, как мой папа говорит, говорил, говорит и будет, наверное, то, что главное здоровье, как сказали, будет здоровье, сделаем все, что угодно, деньги заработаем, все сделаем. Главное, чтобы было здоровье, все. Так как я пишу песни только про любовь, ну, бывают исключения, но в основном про любовь, мне эта тема очень нравится, я там хорошо раскрываюсь, поэтому любовь тоже в нашей жизни очень сильно важна. Исполняйте свои мечты. Как бы пускай говорят, что-то говорят люди вам, вы просто, ну, прислушивайтесь, но не обязательно исполнять, что они там говорят. Говорить можно много что. Делать то, что у тебя здесь, в душе. Поэтому стремитесь исполнять свои мечты. Вот. Я буду путешествовать. Вы что-нибудь тоже делайте, что вам очень хочется, но вы пока не можете, но нужно стремиться что-то сделать. Потому что, когда... Не хочется затрагивать вот это, конечно, грустные вещи, там, смерть, но вот под итог вы сделаете вывод, что вы сделали за свою жизнь, и у вас что-то будет, допустим. А кто-то ничто не сделает, поэтому печально будет. Телезрителям пожелать хочется, чтобы, ребята, пожалуйста, не заморачивайтесь по пустякам, я вас прошу. Потому что пустяки очень сильно садят нервную систему. И чаще всего просто люди бывают накручивают себе. Это самая большая проблема человечества. Нужно всегда уметь прощать в первую очередь. Это самое важное. То, что... Ну, я себе пожелаю, я сам это, на себя посмотрю. Ты как будто мне желаешь это. Потому что я часто по пустякам заморачиваюсь. Ну вот, видишь, как бы. Это на самом деле очень сильно гнетет. Поэтому... А в остальных вещах будьте просто самим собой, не врите сами себе просто, и все. И реально. То есть, и мне кажется, во-первых, самая есть такая беда человечества еще одна. Если ты эмоционально перегружен, то, к сожалению, у тебя будет плохое здоровье. Поэтому нужно уметь еще и расслабляться. Но все в меру. И как говорил он в этой передаче, типа, лишнего... А, как там? Много не газуйте, короче, ну и лишнего не тормозите, короче. Так что как-то так. Ну, хочется пожелать заниматься любимым делом и быть счастливыми, уважать друг друга, близких в первую очередь, и любить. Аминь. Аминь.